вами канал «Карелия. Все о рыбалке и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу отдыха пишите на страницу ВКонтакте. Самое интересное впереди. И вновь продолжается бой. Здравствуйте, друзья. С вами канал «Карелия. Все о рыбалке и не только». Я Леонид. Вот очередной день. Только приехал, запускаю удочку. Будем пробовать опять же ловить живца и перенасаживаться. Вот, ребят, опять постучал по дну и пошел подъем. Вот было касание. Дождался паузу. О, было, прозевал. Опять по дну. Да ёкарный бабай, что ж такое? Да. Друзья, жерлица на лесном одна распущена. Непонятно. Да вообще все непонятно. Что-то есть. О, какая хороша. Вот это уже щучка. Эй, ребята, смотрите. Вот это уже, да. Вот вам. А то в комментариях мне пишут, да там обловлено, рыбы нет. Ребят, вот она рыба. Я вам говорил, что выйдет и крупная щука. И она выйдет. И это еще не предел. Хе-хе-хе. Вот так. Красава. Еще одна на лесном озере распущена. Ух ты, ребята, что-то есть, что-то есть, не знаю, вот тоже, вот такая неплохая щучка, опа, отлично, ловится, вот мы на Сигозере, ребята. Уже проверяем налево. Посмотрим, тут что-то есть. Оно промерзает сильно. Вот поэтому... Ну ладно, посмотрим. Что-то там бьется. Ну, не крупное, кажется. Ну, вот такой вот. Шипздик. Как пустая, что ли? О, что-то есть. Вот он какой хорошенький. Отлично. Есть шахтер темный. Вот у нас их шахтерами называют, потому что он такой темный. Так что, ребят, еще по-моему есть, что-то бьется. Есть, 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 есть. О! Еще один шахтер. Нормально, потихоньку наберется. Еще, ребята, есть один. Главное, вначале там, вчера там было. Сегодня вот здесь. И такие вот маленькие, ровненькие все. Съедобные сегодня. Вот так. Вчера были неплохие. Он потихоньку набирается. То главное, вот смотрите, здесь
Вчера здесь хуже было, там было лучше. Ходит, крутится. Ладно, на сегозере. Даже распустила. Видно, с вечера взяла. Потому что потом промерзает и не распускает. А тут вечно проверял, видно, сразу взялся. Сейчас посмотрим, что там за крокодил. О, ребята, там еще и зацеп. Да. И мертв. А не, отцепилась. Но, по-моему, ничего нету. По-моему, ничего. О, что-то было. Нет. Кажется. Да. О. Вот такой дядька. Отлично. Ребят, на лимов я проверил. Вот смотрю, тут только три на лесную. Приехал опять на лесную. Три здесь подряд распущены. Там вижу две. Там пока не вижу. Ну, будем смотреть, что тут и как. Что-то есть, но... О, щупачок. Отлично взялся. Отлично. Вот так вот. Ну что, друзья, тут тоже непонятно. Есть, нету? Нет, что-то есть, но что непонятно. Что-то тянется. Вот такая щучка. Отлично. Евростандарт. Все хорошо. Вот так. Ну вот подряд еще одна. Но непонятно. Есть что-то? Как будто... А может, нету. Непонятно. Есть. Вот она. Щупачок. А. Отлично. Ну что, ребята, вот сегодня я справился пораньше. Сейчас маленько соберусь. Не знаю, попробую еще плоту, не попробую. Под вечер. Но уже вечереет, уже темнеет. Ну, сегодня у меня результат вот такой, ребят, вот. Смотрите, это 8 налимов. 8 налимов, вот такие вот. 6 щук. 6 щук. Подлещик одного поймал. Вчера одного поймал, сегодня одного. Не крупненького, но поймал. В общем, вот так. Живец клюет. Щучка сегодня активизировалась. Пусть не крупная, но есть очень хорошая. Вот щуки. То есть рыбалка идет потихоньку. Да, время надо много, труда надо много, надо переставлять, надо что-то делать, потому что просто так, ну, зима и зима, рыбалка трудовая. Ну, я очень доволен рыбалкой, все получается, как задумано. Раскачивалась долго, ну, раскачалась. Так что подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. И привет с Попов Порога. Уезжая, увидел еще два флажка. Удача. Поднял две щуки. Результат 8 штук. Очень доволен рыбалкой. Не потому, что много поймал, а потому, что много трудился. Было интересно раскачать озеро. И вот, отличный результат.